Здравствуйте, спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я на обед буду готовить рыбку. Это тунец, тюна по-английски. Я купила вот такие стейки. Они, видите, каждый стейк в вакуумной упаковке. Я 4 разморозила, эти обратно отправляю в морозильник. Значит, для приготовления стейков мне понадобится лук, морковь, черные оливки без косточек, томатный соус, специи, соль, перец. Этот рецептик я подсмотрела на канале у Натали Итали Сардиния. Наташа, привет тебе. Ее муж, итальянец, Сард, готовил тунец в томатном соусе. И я хочу воспроизвести этот рецептик. Надеюсь, что будет вкусно. И вы, попробовав тунец в томатном соусе, полюбите это блюдо от Сарда. Натушка, правильно я сказала? Я не ошиблась. Так, приступим. Посыпала специями. Слегка обжариваю с двух сторон. Переложила рыбку в сковороду поглубже, потому что мы будем тушить в соусе. А на этой же сковороде, чтобы не задействовать третью, вот я немножко обжарю лук, потому что Джинни любит вареный лук, а обжаренный еще может и не заметить и съесть. И морковку. Залила все томатным соусом. Протушу. Не знаю, сколько минут. Буду смотреть по готовности. И добавлю, перед тем, как выключить, за несколько минуточек, добавлю черные оливки. Я их порезала. Можно купить вот просто уже в таком состоянии. На гарнир у меня будет булгур. А вы сами уже смотрите. Можно подавать с рисом, с картошечкой, опять же, с пюрешечкой, как вот у Натальи было в видео, с овощами. Можно просто поесть рыбку вот с этим соусом, в котором готовится. Можно и без гарнира есть. Уже сами решаете. Думайте сами, решаете сами, есть гарнир или не есть. Вот такая красота. Делюсь рецептом, но не знаю, сколько по времени готовить, тушить рыбку. Я думаю, что недолго. А то она вся развалится нафиг. Так, все крашу перчиком. Красненьким. Ну, такая вкусняшка получилась. Знакомьтесь, моя подруга онлайн Наталья. Наташа в прошлом году вышла замуж и теперь живет в Италии на прекрасном острове Сардиния. У нее очень интересные видео и о ее жизни, о ее быте, и об истории, и достопримечательностях Сардинии. Кому интересно, прошу познакомиться с Наташей поближе и пройти на ее канал. В состав Италии Сардиния входит на правах автономной области, и она делится на 8 провинций, административным центром которого является город Кальяри, иначе говоря, столица, и расположен он на самом юге этого острова. В начале 18 века остров вошел в состав Сардинского королевства, а в 1861 году стал частью Объединенной Италии. Наш конфетно-букетный период с момента знакомства и до момента официального заключения брака длился 4 года. И за это время я уже немного привыкла к этому прекрасному острову, к его жителям, к его традициям, обычаям, национальной сардской кухне, а также к природным погодным условиям. Одним словом, Сардиния стала моим вторым домом. У моего мужа 5 сестер, и все они старше него. Он самый младший. Их семейный клан вместе с детьми и внуками, а теперь уже и вместе со мной, насчитывает около 30 человек.
Я первая и на сегодняшний день пока еще единственная иностранка в этой семье. И приняли они меня к себе очень тепло, очень душевно и с любовью.